Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки Электрика». Сегодня я вам расскажу, как подключить и настроить температурное цифровое реле ТР-100. Уже становится холодно, выпал снег, температура уже минус, и работать на улице уже становится достаточно неприятно, некомфортно и холодно. Поэтому видео будет такое небольшое, более короткое. Спасибо за понимание. Оно предназначено для измерения и контроля температуры по четырем датчикам, подключаемых либо по двухпроводной схеме, либо по трехпроводной, либо по двухпроводной схеме, с последующим отображением температуры на дисплее и выдачей сигналов тревоги либо расцепления при выходе каких-либо параметров за установленные пределы. Применение у него может быть широкое. Вот, например, он у нас установлен для контроля температуры трехфазного сухого трансформатора 1000 кВ. Установлен он на 1 рейки, как вы видите. Питание у него может быть универсальное, от 24 до 255 вольт, как переменного, так и постоянного напряжения. В данном случае у нас переменка 220 вольт от данного диф-автомата 16 ампер. Но на самом деле автомат может быть меньше. Достаточно будет номинального тока автомата ампер или 2 ампера. Технические характеристики цифрового реле. В качестве датчиков температуры у меня используются датчики RT100 платиновые с номинальным сопротивлением 100 Ом. Это вот от них провода приходят. Схема трехпроводное подключение. Кабели от датчиков должны быть изготовлены из экранированного кабеля, типа витая пара, тройка. Экраны должны быть заземлены, и кабели должны иметь одинаковую длину. Ну, как видите, нам экран монтажники почему-то не заземлили. Придется вот сейчас вот переразделать и заземлить на какой-нибудь, хотя бы вот сюда вот. Вот сейчас вы видите, что температура первого канала, первой фазы у нас нашего сухого трансформатора составляет 48 градусов, второй фазы 43 и третьей фазы 36 градусов. То есть оно сделано вот так поочередно у нас. Это можно изменить, можно сюда выводить только максимальное значение из каждого канала. Можно сделать поочередное изменение. Мне так удобнее. То есть я вижу температуру по каждой фазе трансформатора. Данное реле может измерять температуру от минус 40 до 240 градусов Цельсия. В общем, что реле имеет 4 выходных реле. Это реле расцепления, реле тревога. То есть К1 реле — это расцепление. А второй канал К2 это реле тревоги. К3 это реле вентиляции, К4 это у нас отказ. Для отображения параметров можно нажать меню и вот листаем. Допустим, интересно нам значение. Вот, например, интересно нам значение канала 1. Канал 1 включен, единичка. Здесь установлено 0, то что у нас датчики 100 умные. Это у нас зафиксирована максимальная температура 61 градус. Чтобы зайти в программирование, то есть изменение параметров, нужно удержать меню 7 секунд. Если пароля нету, то он сразу заходит в меню. Ну а дальше листаем. То есть вот у нас параметр тревога, АЛР, температура срабатывания, реле тревоги. Заводская установка 140 градусов. Возврат при 10 градусах. Дальше это у нас расцепление. Температура срабатывания реле расцепления 160 градусов. Возврат 10 градусов. Так, фан — это реле вентиляции. В данном случае она у нас на нуле. То есть отключена. Дальше включение вентиляции, задержка вентиляции, дифференциальная защита вентиляции. Это нам не нужно.
Так, а АЭКТ – это действие прибора неисправности при неисправности датчика. Я выставил 0, то есть индикация с включением реле отказа. Так, это у нас параметры связи RED-485. Так, вот у нас параметр дисплей, режим индикации дисплей. У нас стоит двоечка, то есть двоечка – это у нас… Реле поочередно с интервалом 4 секунды отображает температуру включенных датчиков. Допустим, хочу я установить 0. Или там вручную, например, просматривать, нажимаю. Вот. Видите, вот параметр единица записался. Вот. Верну на двоечку, опять нажимаю 2. Вот и записался параметр 2. Так, дальше это у нас тест реле. Поставим тестировать все реле. Так, пароль. Так, ну вот канал 1 у нас. Настраиваем, то есть единичка, это то есть канал у нас включен. Дальше у нас 0. Эта калибровка нам не требуется. Так, тип датчика RT100, значит, должен быть 0, 100 омный датчик. Так, и максимальная температура вот зафиксирована 61 градус. Все, первый канал настроен. И по аналогии второй канал единица. Калибровка не нужна, датчик 0, RT100. Максимальная температура 50 градусов, канал 3 включен. Калибровка, так, датчик 0. И максимальная температура 42 градуса. Канал 4 в данном случае у меня не используется. То есть я установил на него 0. Ну вот и все. Это все, что касаемо программирования. Еще есть различные режимы вентиляции, но о них я рассказывать не буду. У меня датчик используется более примитивно, то есть как индикатор температуры по трем фазам сухого трансформатора. Четвертый канал я отключил. У нас нет выходных реле, у нас никаких, к выходным реле у нас ничего не подключено. Вот пока на данный момент так вот. Вот такое было небольшое видео про реле TR100. Если кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика».